Ребята, всем привет. Сегодня с вами я, пьяский Эйдар Вайхан. Я только что проснулся. И вот, мне бросил вызов один чувак. Я сказал, ладно, соглашайся. Он сказал, что да, давай в друзья, зайди ко мне, пароль такой и что-то такое. И вот, я зашел. Пока. Я напишу пока что мир. Да, вот, ребята, вам привет, всем привет. Напишу иди на свою пользу. Напишу иди на свою пользу, начинаем. Он про, мне кажется, и очень крутой. Он про, ладно. Ему нету слов, я ничего не буду говорить. Чё? Где он был? Как он жизни? Вот так. Сорок пять урона я нанес. Лол. Лол. Еще одно попадание, он умрет. Семь, семь, ребята, он дурачится. Ладно, спору нет, он про. Он про, спору нет. Я знаю, он про. Он про, спору нет. Но я не нуб. Конечно.
конечно, у него ведь МК. Он быстрее стрелял. Вот, ребята, у него есть АВП. Чего у него 7 урона? Ребята, это... Ребята, тут что-то происходит, я не пойму. Он выходит. Почему? Почему он, ребята, вышел? Он что? Совсем? Ребят, короче, вот так вот я с ним поиграл. На ничью остались, так как он вышел, ему началось походу голова ломаться. Ну вот, его нету. Короче. На этом, наверное, я закончу. Он испугался и вышел. Не знаю, чего у него даже. У него была секретка Трексал, тем более. Но он вышел. Так что, ребята, всем пока-пока. Если он зайдет, я продолжу эту рубрику. Потому что он когда выбежал из игры почему-то. Или его просто из игры вылетело. Или же он сам вышел, так как ему надоедало уже проигрывать. Вот так вот, видите, использую ножки. Ребята, у меня очень хотите выдолбить. Может быть, когда-нибудь я уже один кейс на видео. Мне кажется, мне ничего не будет, потому что даже если выпадет что-то, которое я буду именно идти на уровне. А если у меня не будет, то я уже тогда я буду прям готовить. Всем пока. Всем пока.